Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разбирать набор электроника профи уровень. И сегодня у нас тема освещения коридора. Освещение коридора. Инструкция состоит из двух, на двух страницах расположена. В конце идет электрическая схема. Интересный момент здесь, что добавляется в ту же самую схему, что и у нас было параллельное соединение. Вот этот шнур, который соединяет эти два ключа. Интересный аспект. Давайте посмотрим, чем будет отличаться то параллельное соединение от этого соединения. И как видно, к лампе подключается только один шнур. Перед тем, как приступить к такому, такой сборке этого набора, хотелось дать некоторые пояснения, что, как говорится, первый раз, когда я попробовал и тестировал этот набор, я указал, что при соединении некоторых деталей может не соединиться. Оказывается, я просто не очень невнимательно соединял, может быть, элементы. Как говорится, был немножко криворук. Сейчас набрался немножко опыта, поэтому, как видите, для демонстрации могу с любой стороны поставить, и все одевается. Все одевается с любой стороны стола. Вот. Все идеально. Все идеально. Идеальное соединение, идеальная конструкция. Так, ну что ж, приступим, посмотрим, что это за освещение коридора и как с ним надо работать, с этим устройством. Поехали. Вот мы с вами получили вот такую интересную схему. Как видите, я немножко местами поменял провода, не синхронно как-то, а то невнимательно посмотрел, что этот ключ должен быть, кусочек питока быть ближе, я наоборот начал отсюда. Немножко нарушил схему, но это ничего страшного. Только провода местами поменял, и все. Согласно этой схеме, ток должен течь по ключу, переходить по ключу в этом случае и зажигать лампу, замыкать. То есть сейчас должна, по идее, загореться лампа. Загорелась лампа. При перекрывании одного из ключей лампа прекращает гореть. Интересная конструкция. Есть элемент параллельного соединения, есть тут и элементы и последовательного, конечно же, соединения. Если же они одновременно перекрыты, то все равно загорится элемент, как переключение между ними. Так, переключение между ними будет, и ток пойдет уже по другой линии. В данном случае
если перекрыта система при нажатии, то включится вот этот элемент и пойдет ток по второму ключу перекрытому и зайдет опять к лампе. Где ток от лампы пойдет на источник питания. Интересно с точки зрения электроники конструкция. Забавная в плане вот создания таких интересных моментов. Где она может пригодиться? Ну, интересный момент. Освещение коридора. Такая видно задача есть — включение-выключение коридора двумя ключами. Ну, тоже варианты взаимодействия. На этом все. Надеюсь, вам понравился видеообзор данного набора. Спасибо за внимание.